В Твери широко и красочно отметили 1 май. В этом году праздничные мероприятия прошли как в онлайн-формате, так и очно. Главным событием этих дней стало традиционное торжественное открытие фонтанов. Они заработали в сквере героев Чернобыля и на Комсомольской площади. Мероприятие сопровождалось праздничной программой. Народные гуляния прошли также в горсаду. Для гостей выступили городские творческие коллективы. Концерты подготовили работники районных домов культуры. Для желающих были организованы мастер-классы. Кроме того, стартовали два крупных спортивных состязания – первенство города Твери по тхэквондо и соревнования по трофи-рейду «Весенняя распутица-2021».